Фонд обязательного медицинского страхования должен появиться уже в июле. Он будет пополняться за счет взносов казахстанцев и государства. Я напомню, первое отчисление начнут делать работодатели в размере 2% от дохода. До 2020 года эта цифра вырастет до 5%. Сами же работники будут откладывать на свое здоровье с 2019 года сначала 1%, а в 2020 2%. Населению будет предложено 3 вида пакета медуслуг. Государство за собой оставляет государство гарантированный пакет для, значит, по определенным видам, значит, заболевания. Это скорая помощь, это услуги санавиации, это ЧС, это социально значимые заболевания. И есть пакет, который будет оплачиваться только за счет тех взносов, которые мы с вами осуществляем. И третий будет добровольный, значит, пакет с добровольным медицинским страхованием, если граждане добровольно застраховались для получения дополнительных услуг.